Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить Лего Бэтмена. У нас свободная игра. О, мы тут почти уже все прошли. Так, давай третий уровень есть. Вот четвертого у нас нет. Свободная игра. Выбираем, как обычно, безумного шляпника. Кстати, нам вот это вот пугало, по-моему, в свободной игре само ни разу и не попалось. Прикинь, насколько бесполезный персонаж, что они даже рандомом решили нам его не давать. Давай. Так, не-не-не, я как всегда обычно забыл экстра включить. Постоянно вот забываю. Я вот привык, что в современных играх ты как сделал настройки, так они и будут до конца игры. А здесь что-то не, а здесь как-то подзабили на это. Так, здесь ничего нет. Ну, в любом случае, нам все придется ломать, чтобы видеть, что можно построить и так далее. Потому что ты помнишь, как уже попались один раз, когда нужно было дверь построить, куда можно идти. Максимальная подстава просто, ага. Так, и чем смысл? Здорово, просто люк. Зашибись. Угу. Да, вижу, вон там бочонок, но нам нужен... Опа. А, это с этим уровень. Я как раз хотел вместе с пугало сказать, что и этого очень редко дают. А не, смотри, мы и его проходим, и у нас самих есть он. Ладно, не суть важна, давай. Кто у нас тут сильный? Давай. Ага. Хорошо, хорошо. Так, тут нужно стекло разбить. Есть. Угу. Заберем сейчас бочонок. Надо еще все сломать на всякий случай. Мало ли еще какой-то сюрприз будет. Угу. Так, здесь. Да, давай, проходи немного. Это лифт вроде как должен опуститься. Здесь тоже пробуем взорвать на всякий случай. Мало ли что будет. Так, хорошо, давай я вот так вот поменяюсь. Зачем ты это сделала? Чтобы женщина-кошка у нас... Фу. Как ее? Бэтгерл у нас всегда была. Так, закидываем. Подожди ты. Дай. Залез. Все, не, мы не поднимемся. Это надо вот так вот. Ладно, эту сломали. Здесь нужен Джокер. Хорошо. Как он в этот раз выглядит? Ага, обычный. Да, туда еще бы запрыгнуть, конечно. Где? Ага. Во-во-во, про что я и говорил. Может, мы недостаточно сильно опустили оно? Да что ты делаешь? Нет, мы опустили достаточно сильно. И как ты тогда предлагаешь? Ого! Они рассчитывали, что я именно так сделаю, нет? Или это я случайно сделал? Так, где там стеклобойная? Ага. Есть. Забрали. Туда, ну, туда наверх мы сейчас не запрыгнем, правильно? Это надо будет как-нибудь в обход идти. Давай проверяем. Да, туда мы никак не заберемся сейчас. Так, это мы строим наверх. Хорошо, это мы, видимо, залезем еще. Сейчас не до этого. Машинку куда-то поставить, скорее всего, нужно будет. Тоже с этим разберемся. Так, давай, вот ты сейчас прям очень сильно нужна. Ставим вот так. Да что ты делаешь? Ставь. Все, есть, отлично. Так, ты что боишься? Угу. Так, здесь ничего. Вот эти вот тоже ломаем ящики на всякий случай. Сейчас ждем, пока взорвется вот эта вот бомба. Хорошо. И да, у нас тоже что-то тут есть. Да, я вижу, это вроде как насос, но надо его включать. Нет, нет. А, это сюжетный, оказывается, насос. Я его вообще уже забыл. Так, тебя гипнотизировать я помню. Хобана. Но это, видимо, не то, что нам надо было, да? О, по кислоте может ходить. Нифига ты жесткий. Так, стоп, но это все равно не то, что нам надо. Давай. Ставим. Как нам туда пробраться надо будет? Перестань. Ага, ручки поставить. Все, я так и думал. Кстати, подожди, а является ли Молли это сильный? Не, конечно, кто бы сомневался. Давай, ломай. Давай вторую тоже на всякий случай, а то мешает. Так, ты ставь. Ну да, тут ты не поставишь, конечно. Хотя, может, тут взрыв сильный будет, оно. Ну, почти. Вот здесь вот почему-то, которая ближе всего была бомба. Да, и вот здесь вот дверь можно будет построить, смотри. Да. Так, возвращаемся. Заколебали. Идем. По кислоте как раз-таки Джокер может ходить. Не дверь, смотри. А что это?
Что? И нафиг это было? А я... Ну, ладно, конечно, понятно. Так, короче... Как задолбали, откуда вы появляетесь-то, а? Отпадла, а? Как нам наверх? Вот-вот-вот, вижу-вижу. Где он там? Сейчас он, кстати, сам залез на вот эту вот палку, я его не заставлю. Да ну. Не может быть, подожди. И что дальше? Там он соскальзывает сразу же. Подожди. А что вы предлагаете? Каким образом? Прекратили. Что вот это прикол, что-то я не понял. А как нам туда забраться наверх? Что нам... Да, блин, заклебете. На машинках куда-то что-то сделать. Фиолетовые монетки, серьезно? Блин. Да что ты Джокер это взял? Для чего? Так, а ты когда успел переключиться? Нет, стоп, стоп, стоп. А как нам наверх забраться-то? Ага, вот, может, как-то... Это не оно, да? Это не оно. Ладно, давай чуть-чуть вперед пройдемся. Если там нет ничего, то я не знаю. Тогда надо будет возвращаться и думать, что там можно сделать. Ставим. Как ты заколебала. Реально, они вот просто уже бесконечные тут. Так. Она еще не может параллельно драться, пока переключает персонажа, зашибить. Так, сломал, 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 сломал. Строим. Это второй, я так понимаю, да? Странный пред... Нет, нет, не оно. А, вот, да, второй. Это тортик, я так понимаю, этот странный предмет. Так, сюда мы, видимо, тоже не запрыгнем, да? То, что с помощью машинки запрыгнем, я тоже очень сильно сомневаюсь. То есть ставим мину, и я думаю, из этого можно что-то построить будет. Нет. Хм. А как тогда? Но у нас очень сильно проседает по поводу верха. Там вообще делать нечего. Ну, тут хотя бы я помню, да. Тут надо войти внутрь караоке. Все, это хорошо, это фигня. Угу. Тут мы случайно не сможем сделать. Ладно. Уйди ты. Пошел вон. Пошел вон. Сука, пошел вон. Угу. Тоже пошел вон. Включаем. Может, сейчас поднимемся реально наверх, и тогда мы сможем как-нибудь по верху до туда дойти, я не знаю. Так, хорошо, здесь, допустим, можем. Так, сломал, сломал, сломал. Это мы все сломали. О, 3 из 3 тортиков, отлично. Здесь нам явно это не надо. Тут могу спрыгнуть, не? Да, здесь все спокойно спрыгивается. Тут ломаю, 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 ломаю. Внутрь. Внутрь тоже могу спокойно пойти. Так, и вот это вот, надеюсь... Не, это просто лифт опустит, правильно? Нет, даже вверх поднимет. Зачем? Ну, чтобы другой... Другой перс... Не, подожди-ка. Зачем нам лифт там? Но отсюда мы никуда не допрыгнем. Хотя... Стоп, 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 стоп. Есть идея, слушай, а ну-ка. Так, так, сейчас берем летающего персонажа. Хотя, прыгающий он тоже высоко. Далеко может добраться. Фу, почти. То есть вы предлагаете реально вот такими вот большими прыжками через пол карты идти? Да вы что, издеваетесь? Давай так. Да ну, я так заколебусь делать, вы чего? Так, так. Там еще и прыгнуть-то, собственно, нет места, куда прыгать. Да, да, и сюда. Куда он скатывается тут просто? Аккуратно. Тут, наверное, все-таки лучше летающего взять. Так, хорошо, допустим. Тут еще и подняться смогли, но это... Да, и в этом был смысл. Ничего себе, но это сложно. Это далеко.
Надо через пол карты вернуться в самое начало. Это вообще беспредел какой-то. Так. Это бочонок просто, да? А пленника мы пока еще не находили. Плохо. Ну все, получается, с этой стороны мы все освободили. Теперь можем просто идти дальше, да? Да, здесь пока ничего нет, никаких стрелок. Все чисто. Ну все, думаю, уже внутрь можно заходить. Да, уже внутрь можно заходить. Но чтобы убедиться, что пленников тут нигде нет, мы еще вот эти вот сломаем, которые внизу находятся. Люки. Посмотрим, есть ли внизу что-то или нет. Опять эта машинка. Так, ну я вижу, тут и блестят объект. Кстати, куда они делись? Я пробежался через пол карты, и они куда-то исчезли. Ни врагов, ни нашего нет вообще никого. Какая странная фигня. Так, спускаемся. Понятно, ясно, все понятно. Здесь что? Возможно, тут были бочонки, но в сюжете я их собрал. Да, тут вообще ничего нет. Переключимся быстренько на... Ага, шляпника. Так. Вот здесь вполне возможно, что были где-то заложники. Я их уже освободил при сюжете. Вполне такое допускаю. Ладно, давай остальное все. О, да-да-да, я эту карту помню. Это вверху где-то там везде прыгать надо было. Да-да-да. Так. Нет, от врагов мы еще не всех избавились. Да прекрати ты. А, нормально. Он залез на барную стойку, а мой не может оттуда почему-то достать. Так. Сука, как ты бесишь. Мы помним, что по два раза нет смысла собирать. Мы ни разу еще ничего не собрали в два раза, и чтобы оно нам пригодилось. Так. Там второй раз всегда монетки дают. Есть. Блин, еще везде по полу собирать это все. А, да-да-да, я помню, заложник, по-моему, здесь был, на втором этаже. Мы его освобождали. Давай, так. Да что ж такое? Так. Так, хорошо. Хорошо, что вот это вот пылесос работает через пол карты. Плохо, что не с первого раза. Так, дай, подожди. Собираем, здесь где-то были три, ага. Так, это задвинули, там тоже сейчас задвинем. Да, вижу, там наверху еще детали есть. Сейчас мы это тоже сделаем. Так, ты не туда двигай. Понял. Опа-на. Я не это рассчитывал, я думал, плитку можно будет построить. Видимо, мы вверху что-то сломаем и плитку сможем сделать. Все, 25 есть, все. Больше собирать ничего не буду. Так, давай, ставим. Хорошо, это нам для верха пригодится. Здесь мы, я помню, робота будем управлять. Но его сначала построить надо. Так, и что толку? Ну, это, наверное, чтобы мы могли в воду запрыгнуть. Да, это чтобы в воду могли мы запрыгнуть. Давай, где там водолаз? Хорошо, на всякий случай это еще сло... А, нельзя сломать? Серьезно? Ну ладно, всплываем, вылазим. Потом нам нужен он, чтобы поднять... Стоп. Куда? Сначала надо вот здесь вот все положить. Может, это наверху что-то, да, чтобы мы могли дальше продвинуться. Нет, внизу, что ты? А, все. Не туда полистал. Есть. Да, он взлетает. Так, и что нам вверху надо? Вот здесь что-то рисуй, да? Что я должен сделать? Ну, это вверху, слышишь, дерутся. Это пленники. Да. Нет, там уже ничего не видно. Подожди, а что нам с вертолетом надо сделать? Что-то пока вообще непонятно. Давай его пока оставим. Может, это потом будет ясно. Может, мы уже собрали это. Вполне возможно. Давай так. Да. Господи. Угу. Да, я уже понял, как это работает.
Так, все, пошли, пошли, пошли. Тем более у нас одна стрелочка, кстати, прям посередине. Так, ну это металлический объект, да? Да, это металлический. Ставим бомбочку. Где она у нас там? Ага. Костюм разрушения. Давай здесь тоже. Нет, это для сюжета надо было. Это не то. Это не то, не то, не то. Блин. Ну ладно, наверх нам еще, наверное, будет возможность пройти. Двигаем так. Да, мы сейчас, по-моему, на лифте вверх и поднимемся. Да, это мы наверх поднимемся. Вот здесь вот что нужно сделать. Смотри, тут не все лампочки мигают. Почему? О, мы это еще не ломали. Почему тут только 3 из 5? Хм. Странно, странно. Давай возьмем вертолетик и попробуем это как-то решить. Может, цветы ломать? Да нет. Так, 3 из 5. Что это значит вообще? А там 5 из 5. Под потолком летаем. Но тут просто я не вижу, куда в целом можно вертолет посадить, там поставить. Могли мы это в сюжете еще сделать? Вполне, но тут все равно у нас бочонка нет. Ладно. Давай поднимемся наверх. Может, потом будет понятней. Так. Хорошо, с этим, допустим, порешали. Да, это вот здесь, вот, по-моему, робот будет. А там внизу-то что? Во, и вот здесь тоже есть. Но здесь как раз-таки управлять роботом надо будет, я понимаю. А что, как там с вертолетом что делать? Я что-то вообще не понял. Так. Сломали. Колонки построили. Здесь это, ну, все равно сломаем. Хотя я вижу, что это нужно. Только чтобы костюм, ага, получить. Да, зачем ты это сделал? Опа, слышишь, он еще не полностью ломается. Давай так. И вот так. Все, отлично. Возвращаемся к шляпнику. Так, зайди ты. Тогда, да, это Робин, чтобы управлял. Вполне возможно, что мы шляпником уже... Фу, с вертолетиком что-то сделаем, но там все равно стрелка нет. Я это не согласен. Быстрее. Да не тормози. Мне в самые дальние приходится бежать, потому что иначе этот не успеет. Так, наконец-то. Это типа дверь навсегда закрылась, что ли? Вова, мудаки, вообще. Не, ну не может же быть, правильно? Да ну, не может быть, что она навсегда закрылась. Зашибись, это навсегда закрылось. А как внизу там надо было сделать с этим вертолетом? Что вообще? Зашибись вообще. Здорово. Давай там хотя бы дособираем, что там есть. Ага. А там уже сейчас перезайдем быстренько и тоже попробуем что-то сделать. Потому что, ну, это хрень какая-то. Такого не должно быть. Так, здесь построили. Это лестница. Фиг с ней. Этот КамАЗ. Ага, нам отодвинуть надо. Где там? Да возьмись ты. Ты что, издеваешься? Ну вот же ручки. Кто еще есть сильный у нас? А у нас сильных больше нет. У нас есть один, но он дебил.
что, издеваешься? Ну вот, перед тобой вообще. Ой, сука. Тут нет больше нигде ручек. Почему ты за эти не можешь взять? Давай и тобой, может, ты поадекватнее. Давай его. Где он тут? Ага. Не, нихера. А ты против льда, да? Выносишь. Хорошо, допустим. Наконец-то! Так, допустим, здесь надо взорвать. Хорошо, есть у нас. Ставим, отходим. И забрали бочонок, есть. Так, давай сразу вот здесь вот тоже сделаем. Ой, да там везде, где сразу надо ставить. Так. Так. И вон там тоже можно сразу поставить, и все. Он опять Леда луч использует. Так, придурочный, дай сюда. И не смей трогать вот это вот ледяного. Так, 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 так. Ну, давай, давай, доламывай. Хорошо, ставим, это должно высосать кислоту, как мы помним, да? Да, высасывает, отлично. Так, тут надо... Да нахер ты переключаешься-то все время? Хорошо, это тоже строим. Наверх мы еще поднимемся, подожди. Здесь есть что? Здесь нет ничего. Вот это вот зачем? Наверное, чтобы мы пройти могли. Здесь, ну внизу теперь точно нет. Вон там за огнем что-то есть. Это мы, допустим, еще сделаем. Внизу здесь больше ничего нет. Да. Опа, заложник. Прикинь, как пропустил. Но мы, видимо, его уже находили в сюжете. Так, ну все, здесь больше ничего нет. Есть наверху, и он там за огнем. С этим мы сейчас справимся. Это нам нужен Робин с этими башмачками его. Хорошо, пока переключать не буду. Мало ли, он еще пригодится. Пошли, пошли, пошли. Монеты я собирать тоже не буду. Они нам не нужны больше в этой игре. Угу. Все, что надо, мы уже собрали давным-давно. А что толку от лестницы? Огонь нам как преодолеть? Ага, вижу, вижу, мигает. Хорошо. Да, вот только толку, что мигает, если мы все равно не можем прокинуть. Ну, перепрыгнуть туда вряд ли, да? Блин. Ну, а может быть, что взорвать надо, не? Я вот не помню, как я с этой решеткой-то справлялся, уйди. А, все, взорвать можно, хорошо. А то я хотел уже спрыгнуть и внизу по люку пройти. Так. Вверху. Вверху можно Робином только, понятно, даже в прыжке выстрелом нельзя. Так, ставим. Это сейчас можно будет потушить и внизу спокойно пройти. Давай, хоть с этим справишься. Так, допустим, сейчас надо будет быстренько перепройти и зайти туда, где вертолетик. Что очень странное задание, потому что я так и не... Тут еще и спрыгнуть вот так нельзя. Что очень странное задание, потому что я так и не понял с вертолетиком, как нам надо было сделать. Слышишь, что я охерел? Так, быстренько перевели. Ага, вот здесь вот. Почему вот здесь? Значит, что... А, понял. Все понял, где она у нас там. Ага. А, это красный кирпичик. Это все равно не то, что нам надо. Подожди. Не, в целом он нам нужен, но я не про это сейчас. А, вон внизу. Все, там надо было взорвать. Хорошо. Ох, они далековато ли? Все, отлично. Только не упади, не упади. Так, хорошо, с этим, допустим, справились. Вот здесь можно взорвать. Где? Угу. Так, это, если это девятый бочонок, то все, можно выходить и потом зайти туда. Нет, только восьмой, значит, где-то еще один должен быть. Так, да, не забываем, надо все ломать, потому что может секретная дверь где-то появиться. Угу. Так, здесь нигде ничего нет. Да прекрати ты.
Так, ладно, здесь ничего. Здесь заколебало. И вот с мотыльком, да, в этой комнате где-то может быть. Вон он. Надо... Слушай, ты не охерел ли? Пошел вон. Есть, и теперь вот тут что-то можно сделать. Давай сначала сейчас все сломаем. А, Джокер. Хорошо. Да заколебали, там что-то, блядь, прыгает и... Сука, давай, я построю, затрахали уже. Давай, и Джокер. Ага, есть. Все, допустим. У нас все есть, осталось один бочонок забрать. Это надо вернуться вон туда вот. В клуб опять, и с вертолетом что-то сделать. А что там сделать, я не знаю. Сейчас надо посмотреть изначально, сколько там лампочек горит. Может, после какого-то действия, когда я смогу что-то сломать, я пойму, почему столько лампочек. Назад. Ой, четвертый уровень. Да, четвертый. Свободная игра. Опять переключаемся на шляпника. Сейчас не заморачиваемся, просто бежим. Там пройти вообще нет сложности. По кислоте и взорвать машинку. Все. Все, просто побежали. А там забор, что ли? Нет, там не забор, там просто кислота. По-моему, дали тех же самых героев, что у нас были до этого. Здесь нам нужна Бэтгерл с детонатором. А, у нас Бэтмен с детонатором тоже сойдет. Сука, убери ледолуч, конченый. Да, видишь, это вообще можно... Сколько? За полминуты мы, наверное, это сделали. Блять, они мне не дадут еще детонатор нажать, наконец-то. Валим внутрь. Все, и вот здесь... Стоп, смотрим, сколько лампочек. Ноль, да? Из всех. Может, что-то сломать конкретное надо. Так, бильярдные столы. Нет. Может, как раз-таки этих деталек загрузить туда, не? Сука, убери нахер это, дебил. Так. Нет, пока вообще ничего. Как так? Постройки разные тоже нет. Задвигаем. Здесь ставим. Тоже нет. Но у меня реально варианты это вот эти вот монетки. Фу, штучки засосать. Не, смотри-ка, ничего. Хм, странно, но я их все равно соберу, может. Потом поднимемся на лифте наверх, но не будем собирать робота, чтобы нам не заблокировали возможность. Ага, потом спуститься. Так, сосали эти части тоже, хорошо. Здесь есть что? Так, хорошо, тут тоже. Подожди, сначала так вот сделаю. Хорошо. Так. У нас, видишь, до сих пор там нет лампочек. Из-за чего? Давай-ка попробуем вот так вот. Может, поломать светоосветительных приборов сколько-то там? Нет, тоже. Хм. Вообще непонятная штука. Что делать надо? Там как-то мы же сделали, чтобы лампочка, правильно, засветилась. Почти все, кстати, засветились. Надеюсь, это не имеет в виду, сколько я в целом уничтожил за весь уровень. Потому что это прям весь уровень заново придется начинать и прям вообще все ломать. Да зачем ты это делаешь? Так, не знаю. Давай-ка так. Так, ломаем. На всякий случай тоже пробуем посадить растение. Где она? Она, смотри, там даже не надо поворачиваться, она сама поворачивается, когда надо, ага, докинуть еще, в какую сторону. Поэтому в этом нет смысла. Ага. Так, нет, давай-ка проверим. Смотри, вот сейчас нет ничего, правильно? Ни одной. А если мы подойдем сюда и активируем верто... Кстати, а как-то мы его сделать надо было-то, я не помню, где он... Откуда он возьмется? А, все, помню.
Его надо сделать из деталек. Так. Так. Так, это тоже строим, чтобы наверх, если что, мог подняться. Ага. 5, и нужно еще одно есть. На всякий случай. Хотя мы убедили, что это не для этого, но мало ли. Все, отлично, подходим. Выбираем нужный костюм, управляем вертолетиком. Так, и лампочек у нас в ноль. Почему? А если вот так вот пролететь? Ага, вот это надо пролететь через вот эти вот. Да-да-да, я догадался. Не, подожди, это только одна была. Мы активировали две тех, которые не надо было. Которые не могли найти, как их активировать. Летим вот так, вот так. Это, то есть, я понимаю, куда-то надо было пролететь над чем-то, под чем-то. Мы активировали вообще не те, которые были в прошлый раз. Так, 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 так. Удивительно, да? А как это так работает? Ну, давай поднимемся наверх. Сейчас попробуем, не знаю, что-то построить, что-то сломать. И может после этого, ну, что-то получится. Ну, странно. Мы активировали как раз те две, которые не надо было, которые не могли активировать. Наоборот. Ха. А как тогда? Это интересная фигня, подожди-ка. Ставим вот здесь. И вот здесь. Ходим, взрываем. А, и вот, наверное, вот здесь вот затолкнуть, это и будет последние два этапа, да? Ну, последние. Все остальные, что ли? Подожди. Лампочки от этого загорелись? Нет. Хм. А как? А что? Ну, они ж не имеют в виду в предыдущий вообще все сломать в городе. Это слишком жестко. Дурацкий вертолет. Да, ну нет. А ну-ка, сейчас проверим остальные лампочки. Если мы... Да прекрати ты. Вот здесь все поломаем. И, ну, предположим, вот здесь вот... Ага. Включим электричество, типа, возле клуба. Прокатит, нет? Тут тоже побегаем, все поломаем. Я не знаю. Если сейчас загорится одна лампочка, значит, да... Машинки может собрать все. Так, ну, предположим, мы уже сломали и такую нехилую часть. Это как-то отразилось? Нет, это никак не отразилось. А что тогда делать? Понимаешь, какая странная фигня? В прошлый раз мы эти все лампочки, кроме двух, сделали. Сейчас мы, наоборот, эти две сделали. Но все остальные не можем. Это где-то надо пролететь вертолетиком, я так понимаю. Мы пролетели вот так вот. Опа, еще одна лампочка загорелась. Так, а в эту сторону уже не прокатило. Так, нет. А если обратно вот так? Тоже нет. Над этим. И сзади этого. Между этими. Можно? Нет, нельзя. Хм. Что-то хрень какая-то. Под веревкой. И над веревкой еще разок. Хм. Так, а ну-ка теперь. О! Под веревкой, над веревкой. Вокруг вот этих вот палок, не? О! Засчиталось. То есть тут как-то наугад надо вот так опознавать, вокруг чего летать. Так, в одну сторону и в другую. Не, ну просто хрен его знает, что они хотят от меня. Так, мы еще куда-то аж вон сюда вот летали. Потом развернулись. Одно что-то осталось. Здорово, да-да-да. Давай, я не знаю, самое первое. То есть, предположительно, они думают, что я это самым первым делом должен был сделать.
Это что, например? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не, подожди. Развернись вот так вот. Пролететь вот здесь вот, я не знаю. Ну, понимаешь, это просто методом тыка надо искать, и все. Вот здесь я вверху залезал, и вот здесь, может, тоже вверху надо пролететь. Вот так, оп, опуститься, подняться. Пролететь под этими канатиками железными, а ну. Так, 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 так. И обратно. Так, 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 так. Под веревкой, над веревкой я это делал. Давай еще раз попробуем. Кстати, вокруг вот этих вот, под этими. Не, все еще не считается. Просто докосну... Подожди. Они ж не имели в виду просто коснуться всех этих лампочек. Ну, последние именно так, но остальные-то у нас зажигались, когда мы не касались, правильно? Или реально надо было просто коснуться. Тогда это было очень обидно. Что это за херня? Тогда было очень обидно. Просто, блин, жаль, конечно, в пустоту вот так вот. Ладно, на этом все. Все ссылки в описании, пишите в комментариях, поставьте лайк, чтобы я продвинулся, также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все, скоро увидимся.